Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. Сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым обзором на новый каталог от Pharmacy. Думаю, всем известная фирма турецкая. И как раз хочу поделиться новым каталогом именно 2021 года. Как раз этот каталог идет за январь месяц. Номер один. Так что, кому интересный ролик, приятного вам просмотра. И буду очень рад, если вы со мной останетесь до конца. И, конечно, кто любит такие ролики, чтобы не пропускать, подписывайтесь, ставьте колокольчик. И, конечно же, кому не тяжело, и поставите лайк. И давайте приступим. Что же у нас в новом году ожидает в новом каталоге от Pharmacy? Как всегда, очень красивая обложка. Вообще просто такая вот именно яркая, новогодняя. Ну, просто как-то вот именно дух захватывает именно новогодний, да, как-то вот именно такое вот прям какое-то вот настроение, когда смотришь на эту обложку. И, как всегда, мы когда открываем, и здесь также у нас присутствует такая вот программа, когда была и в предыдущем каталоге, который действует сейчас за декабрь месяц. Она идет именно вот эта программа на два каталога, да, я помню, вы помните, я вам рассказывал об этой программе. Если вы делаете заказ с каталога декабрь на 20 баллов, потом вы делаете 20 баллов по этому новому каталогу за январь месяц, тогда вы гарантированно получаете подарок именно в январе, когда вы будете делать заказ, именно вот такие вот подарки. Ну, конечно, подарка вы не можете сами выбрать, вам уже сама компания определяет, что положить в вашу посылку. Это может быть или гель для душа мужской, или эко-сумка, или также глиняная маска для лица с экстрактом розы от доктора Тюны. Так что вот так. Вот, я же говорю, что я, конечно же, в эту программу не попадаю, потому что в декабре месяце я не сделал на 20 баллов, так что с этого я точно ничего себе не получу. Вот, и, конечно же, дальше, как всегда, очень хорошая идет здесь супер цена, потому что действительно хорошая супер цена на губные помады. True Color, и действительно очень хорошие, достойные помады, и таких цен я даже не помню, чтобы когда-то были такие, когда-то очень давно были такие цены на губные помады. Вот, и тут, когда ты смотришь, что такая вот именно цена, что еще в каких времен такая вот цена на губную помаду, это просто вау. Так что вы присмотритесь, кто любит именно губные помады от компании Pharmacy, то как раз по 79 гривен почему бы не приобрести. Это, конечно же, очень круто. Вообще просто бомба. Так, следующее, что хочу я вам показать, также супер цена у нас идет на бронзирующую запеченную пудру. Здесь идет у нас сразу два оттенка, да, 269 гривен. И также супер цена идет у нас на тональную основу. Также цена 279 гривен. И здесь у нас 5 оттенков на выбор. Так что вот такое. Даже вот и нарисованное, что вот сколько надо наносить капелек тональной основы. Если вы хотите легкое нанесение, то достаточно 2 капельки. Если вы хотите среднее нанесение, достаточно 3 капельки. Если вы хотите именно плотное нанесение, тогда нужно 4 капельки. Вот такой вот вариант нанесения тональной основы. Также очень хорошие идут супер цены. Это на твердое мыло именно из жемчугом. В мыле у нас 125 грамм, 59 гривен. Действительно очень достойная цена. И мыло от Pharmacy действительно очень хорошие, быстро не вымываются. Также идет у нас мужское мыло для лица и тела, 100 грамм, 69 гривен.
Также очень крутые салфетки для обуви, действительно очень достойные, мне очень не нравятся. В упаковке 30 штук, стоит 49 гривен. И также очень хорошие салфетки для демакияжа, в упаковке 20 штук, 39 гривен. Очень хорошая, достойная цена. Также идет у нас тушь, тоже по очень хорошей цене. Deep Black тушь у нас идет за 149 гривен. Также идет у нас прозрачная матовая пудра 14 грамм, 149 гривен. Также очень достойная цена, потому что она очень намного дороже. Она стоит всегда где-то 200 с чем-то. Ну так, не дешево стоит, так что по супер цене это просто вау. Также очень хорошая цена на монотени для бровей, 119 гривен. И здесь есть три оттенка, так что вы можете выбрать на свое осмотрение, которым вы пользуетесь цветом. И последняя, также хорошая цена, это у нас идет кисточка для нанесения тоналки и пудры. 199 гривен такая вот кисточка. Так, следующее, также очень хорошее предложение, тоже супер цена просто. Ну, конечно, я не могу сказать, что прям супер цена идет у нас на женскую парфюмную воду Мото, потому что мне кажется, что она бывала и дешевле, чем сейчас за 349 гривен. Но в данный момент она, ну, я же вряд ли не могу сказать, что так очень слишком прям дешево. Но кто любитель Мото аромата, да, то почему бы и нет. 50 миллилитров здесь. И также мужская вода парфюмированная Империум. Здесь у нас также 50 миллилитров, 319 гривен. Также я не могу сказать конкретно, что это супер цена, потому что раньше было намного и дешевле. Так что как-то вот немножко оно так. Средненький вариант. Ну и также Империум, это, к сожалению, не мой аромат. Очень хорошая, присмотритесь на женские косметички, потому что действительно очень хорошее качество косметичек и очень хорошая цена. 99 гривен. Еще не было супер цены хорошей на эти косметички. Так что присмотритесь, я думаю, вы не пожалеете. И также идет у нас парфюмированный лосьон для тела, женский Glamouris. Вот, и также очень хорошая цена, 100 мл, 59 гривен. И очень приятный аромат здесь. Также очень достойная, хорошая цена. Я сразу как увидел, я сразу уже захотел, потому что мне очень понравились зубные пасты от доктора Тюны. И здесь очень хорошая супер цена, 79 гривен. Так что я себе точно буду брать. Я просто в восторге, что опять сделали хорошую супер цену на эти зубные пасты. В каждой зубной пасте 75 миллилитров. Также хорошая цена на антибактериальный гель 75 мл, 49 гривен. Тоже достойно. И тоже мне очень эти гели от доктора Тюна нравятся, потому что они действительно защищают даже кожу. Во-первых, что убивает бактерии и защищает кожу. После этого продукта руки, такое ощущение, что вы нанесли крем для рук. Так что руки не пересушивает. Это очень-очень круто. Также вот новинка с каталога номер 12 за декабрь месяц. Там цена такая была кусь-кусь, я не решался приобретать, а здесь очень достойная цена на антибактериальный гигиенический спрей для поверхностей. Это при уборке дома. Очень классный продукт и очень достойная цена, 99 гривен. Так что присмотритесь, и в упаковке у нас 255 миллилитров. Так что тоже буду его приобретать. Я и себе приобрету, и своим родным приобрету, потому что действительно этот продукт очень достойный. Еще плюс новинка. Хотелось мне приобрести, но немножко было дороговато. Сейчас по такой супер цене как раз нужно брать. Так, следующее. Так, я думаю, вы все просто знаете, что если ничего, никаких изменений нету, я здесь не останавливаюсь, иду дальше. Вот, только смотрим акции, новинки и суперцены. А так, все, что есть, так оно и есть. Ничего такого, да, допустим, если нет, то будем листать дальше, чтобы как-то было по времени нормально, чтобы успеть. Также здесь у нас идет акция. Если вы приобретаете румяна со страницы 20,
то тогда, ну, мы еще дойдем к этим румянам, да, их сейчас здесь нету, это на странице 20, потому что эта страничка у нас идет 17. Если вы приобретаете румяна, тогда вы можете компактную пудру приобрести всего лишь со скидкой минус 50%. Так она стоит 189, еще минус 50%, так что очень достойная получается цена на компактную пудру. И в компактной пудре у нас идет 3 оттенка. Есть светлый, темный и бежевый. Ну так, так что тоже можно, почему бы и нет. Качество декоративки очень хорошее. Так, ну это суперценные те, которые именно, ну, которые были на первых страничках. Так что такого ничего здесь нет. И также вот именно вот эти идут у нас румяна, которые вы приобретаете. Вот, так что вот так. Эти румяна 159 гривен стоят. И очень большой выбор оттенков этих румян. Так, здесь без изменений. Здесь также. Так, здесь также у нас идет акция. И здесь также идет, если вы приобретаете кремовые тени для глаз, тогда, это у нас идут кремовые тени, так вот они идут, за 169 гривен, здесь 5 оттенков, если вы какой-то оттенок приобретаете, тогда вы можете со скидкой минус 50% приобрести праймер, вот, для век. Так он стоит 129, но еще плюс-минус 50% и будет намного дешевле. Так что тоже очень хорошая акция. Так что тоже присмотритесь. Так, здесь все без изменений. Все как было, так и осталось. Слава богу, цены пока на месте. Нету таких прям сумасшедших цен, что прямо аж страшно делается. Нет. Какие были цены, такие пока и остались. Пока ничего нигде не поднималось. Также вот такой вот еще плюс идет у нас набор. Набор всего лишь за 229 гривен. Что входит у нас в набор? В набор входит у нас блеск для увеличения губ. 149 гривен стоит, если без набора. И также в набор у нас еще входит мой любимый бальзам для губ. Вот, также он стоит 149 гривен. Ну, если вместе, то получается, да, вот почти 300 гривен, да. Вот, ну и за это набор такой получится за 229, и, грубо говоря, 230 гривен. Так что очень хорошая цена по поводу этого набора. Так что тоже присмотритесь. Вот, ну бальзам, конечно же, просто бомбический. Я его обожаю. Так, ну здесь супер цена, это на первых страничках была на губную помаду. Вот. Так, и плюс эта губная помада у нас идет стойкая. Так, здесь без изменений. Губные помады. Также здесь у нас ничего такого. Все как всегда. Вот это вот недавняя новинка тоже. Вот. Очень красивые оттенки. Так, здесь также у нас идет вот такой вот набор за 500 гривен. Видно сразу, что в набор у нас входит. Это сыворотка для ресниц и бровей. И кисточка для бровей и ресниц. Карандаш для бровей. Это идет у нас коричневый. И также идет у нас гель для бровей. Вот. И такой набор за 500 гривен. Ну, если вот посчитать, да, то очень выгодное предложение. Потому что сама сыворотка только для бровей и ресниц стоит 309 гривен. Очень, кстати, крутая сыворотка. Очень суперская. И действительно, после этой сыворотки действительно растут и ресницы, и растут и брови. Уже проверено. И клиенты просто в восторге от этой сыворотки. Так что, действительно, сыворотка очень-очень достойная. Так что еще такой вот прям набор для ресниц и бровей, это просто-напросто круто. Так что тоже присмотритесь. Вы ни грамма не пожалеете. Так, здесь также все без изменений.
Я же говорю, я так листаю, потому что здесь ничего такого нет. И слава богу, цены пока держатся те же самые. Конечно же, хотелось бы дешевле. Ну, как всегда, знаете, губа не дура, хочется дешевле. Вот, так что тут пока все как было, так и осталось. Также и шариковые дезодоранты тоже все те же самые. Вот. Также здесь у нас идет акция. Если вы приобретаете любой продукт этого парфюмированный антисептик, да, 225 мл, если вы один приобретаете за 169 гривен, тогда второй любой вы можете приобрести со скидкой минус 50%. Да, и такое вот, вот такие вот антисептики. Так, ну здесь видите уже какая цена, 119 гривен. Так что, кто любит именно такие вот спреи для тела, то, конечно же, парфюмированные, тогда лучше приобретать их пока сейчас, в декабре месяце. Пока очень достойная, хорошая, супер цена. Потому что очень редко на них бывают хорошие цены. А больше всегда вот 119 гривен. Так. Также недавняя новинка, это были крема для рук по 30 мл. Здесь никакой акции, ничего, 49 гривен. Так, здесь тоже нету никаких акций. Больше все в декабре акции идут. Также здесь у нас идет акция. Если вы приобретаете обновляющий шампунь, это кератин, да, в шампуне идет у нас 360 мл. Если вы его приобретаете за 129 гривен, тогда вы можете приобрести со скидкой минус 50%, это сыворотка для волос. Кстати, очень классная сыворотка, у меня эта сыворотка есть, я ею пользуюсь и остаюсь очень и очень доволен именно вот этой сывороткой. Вот, очень хорошо расчесывает волосы. Конечно же, у меня не длинные волосы, но на короткие волосы тоже надо иметь хороший уход. Так что также очень хорошее после него, также когда я часто я сушу феном, чтобы не пересушивать, вот эта сыворотка очень хорошо именно обволакивает волосину и не дает именно термической обработки феном, да, волосы не страдают, не пересушены, вот, и после этого масла становятся такие прям гладкие, блестят и просто вау, просто как из рекламы. Я часто его использую при съемках, вот, чтобы волосы более имели такой вот прям блеск на волосах. Очень, конечно же, классный продукт, я от него в восторге, очень приятный ненавязчивый аромат. Вот, и очень экономный, хватает его на очень-очень долго. Достаточно одной капли, ну, особенно на мою длину волос, то капли достаточно. А вообще, если на длинные волосы, то использовать чисто на длину волос, на корни масло не наносить. Так что, хороший продукт, я от этого продукта остался доволен. Также, опять же, присмотритесь, очень хорошая супер цена на краску для волос. Опять же, если вы берете краску одну за 189, то вторую краску вы можете приобрести со скидкой минус 50%. Как всегда, очень хорошая акция на эти краски, потому что краски действительно очень достойные. Так, ну здесь все как всегда, и смотрите также на мужские косметички, также присмотритесь, и если вы хотите на подарки или даже себе, то лучше приобретать в декабрьском каталоге, когда хорошая цена, 89 гривен, чем вот приобретать, когда вот здесь она стоит уже 139 гривен, почти 140 гривен. Так что присмотритесь, и лучше приобретать в декабрьском каталоге, именно такую вот косметичку. Так, здесь все без изменений, ничего такого нет. Также здесь идут у нас акция на лаки. Так, здесь, если вы приобретаете так, лак, именно вот с этой серии, ну, тут я так понимаю, что на все лаки, которые здесь присутствуют, вы
один берете, и второй лак идет со скидкой минус 50%. Лаки по 69 гривен. Вот. Так что вот так. Так, здесь все как всегда. И также появляется у нас новинка. Это для представителей. Это шарики. В наборе 10 штук. Получается, что в каждом наборе по 10 штук одинаковых цветов. Если вы берете черный шарик, тогда в наборе 10 черных. Если вы берете розовый шарик, тогда в наборе 10 розовых. Или белых. Также в наборе будет 10 белых. И стоят они 49 гривен. Вот такие вот шарики. И, конечно же, программа для представителей. Также, если вы зарегистрируетесь, вы можете приобрести за 300 гривен вот такой вот набор. Вот. И также идти по шагам. Вот 4 шага. И каждый набор, если вы делаете с каждого каталога на сумму 30 баллов, то вы получаете вот и первый шаг вода за 1 гривну. А тут уже идут все остальные шаги по 10 гривен каждый продукт. Уже как-то вот раньше было все по 1 гривне, а теперь уже по 10 гривен, понимаете? Это что-то с чем-то, конечно. Но это такое, слава богу, что не больше. И переворачиваем каталог, потому что у нас, как всегда, каталог двухсторонний, потому что на этой стороне у нас уже идет вся серия от доктора Тюны. И здесь также очень хороший набор на маски для лица. Это кто любит маски-пленки. Вот, и набор такой вот стоит 400 гривен 3 штуки. Это, конечно же, очень хорошо, но я же говорю, кто любит, и кто любит именно такие маски. Я, допустим, такие маски не люблю, то и мне как-то все равно. Но если вот посмотреть, почему они стоят, каждая маска стоит по 200 гривен. Вы представьте. Так она будет, если брать по отдельности 3 маски, так будет она уже 600. А если 3 в наборе, то вообще за 400. Очень хорошая такая вот именно акция. Так что тоже присмотритесь. Ну вот, почему бы и нет. И пишется, что возвращение бестселлера, потому что их, кстати, не было уже очень давно. И я так вижу, что опять их вернули в продажу. Именно вот эти маски. Но я так понимаю, что здесь еще, наверное, немножко обновили саму формулу. Так, здесь, как всегда. Так, здесь тоже все. Без изменений. Я же говорю, то, что все как всегда, мы будем листать. Будем искать новинки, будем искать акции. То, что более интереснее и что бы хотелось приобрести. Ну, в доктора Тюны не так много всяких акций. Видно, да, что не очень. В этом плане немножко так вот слабенько. Так, ну здесь, как всегда, это что было на первых страничках. Здесь также то, что было на первых страничках. Вот. Также у нас появляется новинка. Вот что-что, вот хочу такую вот новинку я попробовать. Это у нас идет шипучка, пищевая добавка с экстрактом черной бузины. Вот такая вот штукенция, для чего она вообще нужна. Это у нас для... Господи, давайте, наверное, боже, потому что я сейчас, как я начну, я на русском. Так, во-первых, что для снижения стресса, для запобігання и полегшення симптомів застуди та грипу, для снижения температури, для зняття запору та полегшення травлення і для зняття болю в суглобах і в м'язах. От такой вот идет у нас порошочек, вот, прям помощник на все случаи жизни. В упаковке у нас идет 10 пакетиков, сашетов вот таких, и в каждом пакетике идет у нас 3-4 грамма. Вот, ну, 3,4 грамма в пакетике именно вот этого порошка.
И стоит он 159 гривен. Вот. Так что еще хочу сказать, что еще такая вот достойная цена, еще не очень так и дорого. Вот. И также, так, готовий до використання через 1 хвилину. Можна використовувати, розчинивши в склянці води 200 мл. Кількість екстракту бузини в одному пакетику фармасі становить 500 мг. Склад: кислота лимона, безводна, бікарбонат натрію, екстракт чорної бузини, апельсиновий аромат, діоксид кремнію і сукралоза. Вот такая вот склад именно вот этих продуктов. Так что очень, конечно же, будет интересно. Также появляется новинка. Также очень хочется попробовать и такие вот батончики. Вот прям 5000 миллиграмм коллагена. Прям в одном батончике. Как вы думаете? Вот. И в каждом боже, батончике у нас идет 35 грамм. Ну вот, хочется все-таки это попробовать. Те пробовал, и более мне понравился батончик из клубники. И вот. И вот тут тоже появляется новинка, а также идет у нас с клубникой батончик. Даже он идет у нас с коллагеном и красной ягоды. Вот что. Вот. Ну, понятно, что клубника, наверное, потому что нарисована клубника. Также у нас идет еще плюс с фисташками. Вот, и в склад что входит? Финик, нутовое борошно, фисташки 15%, какао масса и инулин. Вот такие вот идет склад именно вот этого батончика. И еще один батончик у нас склад: финик, нутовое борошно, сушеное яблоко 15% и инулин, пудра с корицей. Так что также вот такой вот именно батончик, но получается типа что яблоко с корицей, вот в таком вот варианте. Также очень хочется попробовать эти батончики, прям вот я не знаю, или это упаковка такая красочная, ну что просто вот хочу я эти батончики, хоть тресни. И очень хорошая акция: если вы приобретаете один батончик за 59 гривен, то тогда второй любой батончик вы можете приобрести со скидкой минус 50%. Так что очень хорошо, достойная такая вот акция. Так что для пробы надо обязательно приобрести, попробовать. Во, я прям смотрю, и у меня уже слюни текут от одной вот этой рекламы. Такая тут вот здесь как-то вот сочная клубника. Здесь и прям, вот я хоть яблок не люблю, но так, здесь так красиво, что прям хочется. И, конечно же, мои любимые фисташки. Ну, как же не попробовать? Ну, вот. Так что надо обязательно взять попробовать. Так, здесь, как всегда, ничего такое. Да, супер цена у нас идет на диетичную добавку с харчовыми волокнами. Так, ну тоже как-то вот интересная супер цена. Здесь супер цена 339 гривен и старая цена 339 гривен. Так что я не могу понять, или это опечатка, или это типа как вот в магазинах «Черная пятница», так и в каталоге фармаси тоже типа как «Черная пятница». Стоило он 339 гривен и со скидкой тоже 339 гривен. Вот и все. Красота и нету слова. Так, здесь без изменений. Так, здесь также хороший набор. И набор стоит 349 гривен. В набор входит и жидкие средства для стирки светлых тканей, и также жидкие средства для стирки темных и цветных тканей. В каждом упаковке по 1000 миллилитров и стоит 249 гривен и 229 гривен. Так что в наборе выгоднее приобрести за 349 гривен. Так что тоже очень хороший набор. Так что еще один набор за 199 гривен. Также очень хорошее предложение. Это кондиционер для белья 500 миллилитров, 139 гривен стоит. И также средство для удаления пятен 500 миллилитров стоит 149 гривен. И, конечно же, в наборе намного дешевле, да, получается в наборе за 200 гривен. Также тоже присмотритесь. Так, здесь такого ничего нету. Так, здесь также. Вот. И здесь также я тоже смеялся очень долго по поводу этого набора. Так смешно. Здесь такой вот идет набор интересный. И идут у нас две упаковки салфеток по 40 штук.
для уборки. И типа идет еще магическая мочалочка, да, которая потом со временем она стирается. Такая была в Фаберлике, я думаю, многие знают именно вот это. И такой набор стоит у нас 259 гривен. И я долго смеялся по поводу этого, потому что, опять же, или опечатка, или как, не могу понять. Потому что, если посчитать, салфетка, каждая упаковка стоит по 100 гривен. Это уже 200 гривен. И также вот эта губка стоит 49 гривен. Вот. Ну, старые вот эти цены, если по отдельности приобретать. Зато здесь 259 гривен. Ну что, там прям 12 гривен, и, слушайте, экономии. Ну, это как-то вот смешно, честно. Как-то вот для меня такой прям набор, можно спокойно это все взять по отдельности. Обойдется то же самое, как в этом и наборе. Как-то вот так. Непонятно, честно, как-то вот как это все делается. Вот, цирк на дроте, что хочу я вам сказать. Так что, мои хорошие, вот такой был у меня обзор на каталог Фармаси за январь месяц 2021 года. Надеюсь, было интересно, может, чем-то и полезно, потому что действительно здесь есть и хорошие возможности приобрести какие-то новинки, какие-то суперцены, акции, просто нереально, чтобы не приобрести. Так что спасибо огромнейшее, что вы были со мной, и как всегда, мои хорошие, до новых встреч. Целую и люблю, ваш Игорь. Пока-пока.